Министр внутренних дел Польши Мариуш Блащик в интервью радио «Гданьск» заявил, что после решения приостановить режим МПП Россия ответила симметрично, а украинская сторона – нет. Кроме того, по мнению Блащика, Россия высказалась агрессивно по отношению к странам НАТО, которые принимали участие в Варшавском саммите. Калининградская область милитаризована. Там сменился губернатор. Он человек из ближайшего окружения президента, бывший телохранитель Путина. А относительно недавно Россия Путина напала на Украину, аннексировала Крым и продолжают войну на Донбассе. Такова позиция России. Следовательно, здесь речь идет о требованиях безопасности. Когда у нас есть выбор между безопасностью и экономической выгодой, то мы выбираем безопасность. Глава польского МВД подчеркнул, что республика справится с негативными последствиями временной заморозки МПП, мотивируя свою точку зрения большим количеством туристов из Западной Европы. В свою очередь, главы приграничных районов раскритиковали приостановку безвизового режима и пообещали опротестовать решение правительства.